Деньги за ветхое жилье. Жителям региона предоставят возможность получить компенсационную выплату взамен освобождаемого жилья в доме, признанном аварийным. По какой формуле будет рассчитываться размер компенсации, расскажем в материале выпуска. Расходы граждан на вывоз мусора станут больше. С нового года данный вид услуг будет рассчитываться, исходя из количества проживающих в квартире человек. Жители региона могут стать участниками конкурса управленцев под названием «Лидеры России». За первые 7 дней заявки на состязание уже подали представители 46 стран или более 80 тысяч человек. О тех, кто был в шаге от победы, расскажем в материале выпуска. Для молодых, активных и готовых отстаивать интересы молодежи. В собрании депутатов Ненецкого округа продолжается формирование состава Общественной молодежной палаты. Время новостей на телеканале «Север», в студии Ирина Нежалова. Здравствуйте. Ненецкий округ в числе лидеров по вводу жилья. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. Как отмечает ведомство, в целом по стране ежегодно на одного человека вводится около 0,5 квадратных метров. Больше всего жилья было введено в Ленинградской области. Показатель составил 1,5 квадратных метра на человека. Более 1 квадрата построено в Московской и Калининградской областях. Ненецкий округ вошел в первую двадцатку рейтинга. Меньше всего жилья за год введено в Магаданской области. По данным Росстата, в целом по стране на одного жителя приходится 25 квадратных метров общей площади жилых помещений. В Ненецком округе общая жилплощадь, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, по данным за 2017 год, составляет 25 квадратных метров. Всего в 2017 году в регионе введено в эксплуатацию почти 28 тысяч квадратных метров жилья, а за 9 месяцев текущего года чуть более 10 тысяч квадратов. Собственникам жилых помещений в аварийных домах предоставят право на получение компенсационных выплат. Законопроект о создании дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, непригодных для проживания, обсудили в окружном парламенте. Реализовать свои права на получение компенсационных выплат взамен освобождаемого жилья граждане могут вне зависимости от планируемого срока расселения многоквартирного дома в целом. При этом первоочередное право оставлено за жильцами домов, включенных в текущие этапы переселения. Три варианта компенсационных выплат – это на приобретение жилого дома или части дома или помещения в многоквартирном доме. Возможно также компенсационную выплату получить на строительство жилого помещения, но при условии, что если долевое строительство порядка 60% объект уже готовность, потому что мы предполагаем, что была масса вариантов и случаев, когда на начальной стадии строительства просто останавливается, поэтому все-таки 60% готовности – это коробка здания, там коммуникации, остается, как правило, только отделка. И иные цели – это если у гражданина, у собственника есть уже квартира, и ему не требуется обеспечение себя местом для жительства, но нам необходимо расселить будет этот дом. Размер компенсационной выплаты будет рассчитываться, исходя из общей площади освобождаемого жилья, умноженного на среднерыночную стоимость 1 квадратного метра жилплощади, установленной в регионе. Сейчас это 60 тысяч рублей. Сумма, установленная Минстроем. На заседании прозвучало предложение, чтобы размер стоимости квадратного метра регулировался администрацией округа, а не Министерством строительства. Законопроект будет вынесен на рассмотрение сессии для принятия в первом и втором чтении. В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2019 года. Платежи за вывоз коммунальных отходов скоро могут серьезно вырасти. Власти регионов сейчас активно обсуждают, какие суммы написать в квитанции. Новая система сбора, вывоза, утилизации мусора, а следовательно и новые тарифы начнут действовать с 1 января следующего года. Каждый регион выбирает регоператора, с которыми управляющие компании, ТСЖ, ИП, владельцы частных домов заключают договор. При этом несколько регионов пошли на опережение и уже перешли на новую систему. Изменятся ли тарифы в нашем регионе, узнала Александра Литкова. С 1 января 2019 года вывоз мусора перестает быть жилищной услугой, которая рассчитывалась в зависимости от площади помещения, и переходит в коммунальные услуги, которые рассчитываются в зависимости от количества людей, проживающих в квартире. При этом льготы для населения будут сохранены. Поскольку это теперь не услуга по содержанию жилищного фонда, а коммунальная услуга по вывозу мусора, то все категории граждан, которые получают субсидию на оплату коммунальных услуг, они, соответственно, имеют право рассчитывать и на субсидирование оплаты этой новой коммунальной услуги. Все это регулируется действиями федерального закона, и мы, как регион, обязаны ему соответствовать. С
1 января в ряды плательщиков за вывоз мусора вольются не только горожане, но и жители деревень. Именно из этих территорий вывозить мусор стоит дороже всего. В Ненецком округе уже определен оператор, который должен будет на территориях сел и деревень устанавливать специальные площадки и контейнеры. В среднем сейчас платеж за вывоз мусора составляет 100-200 рублей. Ожидается, что с начала следующего года сумма по округу составит от 150 до 300 рублей. В рамках обновленного 89-го федерального закона по обращению с отходами на территории округа, как, собственно, во всех других субъектах, был выбран региональный оператор. У нас это некая архангельская компания, которая заявляется на установление нового тарифа. Документы были сданы. Тариф будет установлен нашим управлением по госрегулированию цен и тарифов. Значит, да, действительно, мы по прогнозным ситуация. Мы подозреваем, что тариф определенным образом возрастет. Но главным образом он возрастет в том числе потому, что у нас во многих селах вообще сейчас отсутствует как факт плата за вывоз мусора, а она должна появиться. Стоит отметить, что сейчас в регионе за вывоз мусора платят только жители поселка Красное. На платные услуги они перешли еще год назад. Сумма в месяц небольшая, почти 159 рублей с человека. Ну, отрадно, что большая часть населения с пониманием отнеслась к заключению договоров. Ну, 80% договора заключили хозяйство. Значит, здесь есть проблема в том, что так как эта услуга это коммунальная, но отношения договорные. И вот определенная часть населения не получает льготы по этой услуге. Если бы был региональный оператор, который бы оказывал эту услугу, то определенная часть населения получала бы льготы. То есть, ну, там, допустим, 50% этой платы, что, ну, как бы было бы существенно, скажем так. А сейчас вот этого нет. Возможно, с появлением льгот население охотнее начнет заключать договора с предприятием. Сейчас долги населения перед коммунальщиками за вывоз мусора в муниципалитете составляют уже больше 700 тысяч рублей. На сегодняшний день взыскать их можно только в судебном порядке. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Жители Тельвиски и центральной части города на время останутся без газа. В связи с проведением сварочных работ на газопроводе 19 октября будет прекращена подача голубого топлива с 9 часов утра до 12 часов жителям Тельвиски и с 14 до 17 часов в центральной части Наринмара. Далее к другим темам. 24 октября завершится регистрация участников всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Электронные формы на сайте лидеры-россии.рф заполнили более 74 тысяч участников. Первый сезон конкурса стартовал в октябре 2017 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Трое участников из нашего региона стали полуфиналистами проекта. Это Жанна Самоходкина, Сергей Канев и Игорь Ружников. В 2017 году участниками первого конкурса «Лидеры России» стали 200 тысяч человек. От Ненецкого округа заявки подали 138 жителей. Трое из них стали полуфиналистами Всероссийского конкурса управленцев. Для Жанны Самоходкиной, председателя Комитета информационной политики и взаимодействия со СМИ аппарата администрации, участие в проекте стало своеобразной ступенькой в карьерной лестнице. На всех этапах абсолютно твой главный конкурент – это время. Ты на время выполняешь все задания, проходишь на время тестирование. И даже когда мы участвовали уже в очном этапе, выполняли различные задания непосредственно на полуфинале в Петербурге, решали различные кейсы. Все очень жестко регламентировано по времени. Ну, организаторы это объясняют в том числе и тем, что так все в равных условиях. То есть ни у кого нет возможности там где-то загуглить, привлечь помощь каких-то коллег и друзей. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на одноименном сайте «Лидеры России РФ», после чего приступить к выполнению испытаний. По мнению еще одного полуфиналиста прошлого конкурса из нашего региона Игоря Ружникова, коммерческого директора предприятия «Мясопродукты», принять участие в конкурсе молодых управленцев стоит даже не ради победы, а для опыта. В первую очередь это, конечно, отличная возможность испытать себя, свои возможности, компетенции, потому что там проводится комплексная оценка всех компетенций руководителей. И второе, наверное, это те, кто дойдет до полуфинала, есть отличная возможность просто познакомиться с лучшими управленцами со всей страны. Жители Ненецкого округа подают заявки на конкурс управленцев «Лидеры России» охотно. Сегодня в рейтинге активности Северо-Западный федеральный округ занимает третье место после Центрального и Приволжского федеральных округов. В рамках Северо-Запада Ненецкий округ по активности занимает 8-ю из 11 позиций. Напомню, что прием заявок для участия в проекте завершится 24 октября, после чего участники приступят к испытаниям. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».
В региональном парламенте начинается формирование 9-го состава общественной молодежной палаты. В него войдут 15 молодых законодателей, которые будут исполнять полномочия на протяжении 2 лет. Дополнительно из числа внесенных кандидатур будет сформирован резерв палаты из 10 кандидатов. Среди задач, которые стоят перед молодежной палатой, внесение предложений в органы госвласти округа и органы местного самоуправления по проблемам молодежной политики, содействие защите прав и законных интересов молодежи. Наши ребята не только участвовали в региональной молодежной жизни, но также и на федеральном уровне. Члены общественной молодежной палаты посетили такие мероприятия, как Всемирный фестиваль молодежи студентов в Сочи, форум молодых законотворцев Ленинградской области в плане межрегионального взаимодействия, форум молодежной команды страны, первый молодежный форум при Государственной Думе. В общем, опыт ребята набрали большой. Традиционно молодежная палата проводит различные парламентские слушания, конференции, круглые столы. Является координатором проведения на территории округа теста по истории Отечества и истории Великой Отечественной войны, а также новогодней елки для детей-инвалидов. С июня прошлого года ведется работа по созданию группы арктических парламентов при молодежном парламенте Госдумы. Теперь работу в этом направлении предстоит продолжить уже новому составу общественной молодежной палаты при собрании депутатов. Он будет сформирован из представителей муниципальных образований округа, общественных объединений, профсоюзных организаций. Войти в состав палаты могут жители округа в возрасте от 18 до 35 лет. Для того, чтобы стать членом молодежной палаты, им нужно подать документы до 15 ноября сего года по адресу администрации улицы Медовича 20А и написать проект не более 3 листов, в котором бы они описали свои законодательные инициативы, направленные на улучшение молодежной политики в округе или изменение законодательства, которое так или иначе затрагивает молодежь, и прописать в этом проекте свои предложения, возможно, также свои пожелания относительно изменения самого округа, его развития экономического, политического. По словам Александра Ковязина, работа в общественной молодежной палате, безусловно, требует серьезной самоотдачи, а бесценный опыт помогает реализовать себя и отстаивать интересы жителей региона. От себя я хочу сказать, что молодежная палата общественная для молодого человека – это реальный шанс получить бесценный опыт. Бесценный опыт в плане законотворческой работы, в плане общественной работы. Потому что, когда этого не касаешься, то не понимаешь, насколько это важно, насколько необходимо перелопатить большой объем информации для того, чтобы сделать это качественно. Потому что законотворческая деятельность, она включает интересы не конкретно одного человека, а всего округа. И это бесценный опыт, когда молодые люди начинают задумываться не только о себе, но и об округе в целом. Прием документов от кандидатов, желающих войти в состав общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАО, продлится до 15 ноября 2018 года. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте регионального парламента. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». 4 ноября вся Россия будет отмечать День народного единства. В преддверии праздника от Калининграда до Владивостока уже проходят многочисленные мероприятия – митинги, флешмобы, исторические реконструкции. Не стал исключением и Ненецкий автономный округ. В числе ключевых событий уже стартовавшая в НАУ акция «Я гражданин России» и «Одеяло мира». О том, как готовиться к общенациональному празднику, узнала Любовь Пермякова. А потом, 2 ноября, мы подведем итоги этой акции на базе первой школы, где все эти лоскутки соберем воедино. И получится у нас такое дело. Ведущий специалист Центра молодежной политики Екатерина Зименкова показывает нам «Одеяло мира», которое в прошлом году делали десятки окружных ребятишек. Каждый лоскуток на нем – это результат встречи школьников и диаспор, проживающих на территории региона. Представители диаспор в школах проводят классные часы, по итогу которого дети на лоскутке ткани изображают символ народа. А вот 2 ноября на базе первой школы у нас будет заключительная часть уже вот этой акции, и где в торжественной обстановке соберутся все участники акции. И еще раз мы познакомимся с народами. Некоторые из них покажут свои национальные творческие номера. И в заключении все лоскутки ткани соединятся в единое одеяло.
Такое одеяло мира обозначает единство народностей, проживающих на территории нашего округа. А их в регионе немало. Это коми, украинцы, чеченцы, белорусы, чуваши, якуты, татары, цыгане, ингуши и другие. Многие из них ведут активную деятельность. Один из таких примеров – представитель азербайджанской диаспоры, создателем которой стал Этибар Курбанов. Организаторские способности и любовь к общественной работе помогли ему окружить себя командой земляков-единомышленников, впоследствии которые объединились в некоммерческую организацию «Единство». Видно, что у нас количество очень много, жителей очень много, численность очень много. Надо создавать, чтобы про нас слышали, чтобы мы какой народ. Культура у нас какая, хотел культуру показывать, хотел там нашу национальную кухню показывать. Сейчас в диаспоре состоят более 150 азербайджанцев. Они вместе отмечают национальные праздники, соблюдают обычаи, выступают на городских и окружных мероприятиях. А еще жители Ненецкого округа Этибар Курбанов уже более 10 лет, именно столько он живет в регионе, балуют национальными блюдами. У меня в семье там 4 сестры были, да? У меня братишка нету. И всегда, когда они готовили, я тоже смотрел. Когда студентом был, жил в общаге. Да, всех кормили. Одну комнату жили 4 человека, там я готовил. Все это детство и уже научился готовить. Но любят его не только за кулинарные способности. Председатель азербайджанской диаспоры на любом празднике – душа компании. Еще одно активное землячество – татаро-башкирское, которое в прошлом году пополнило семью национальных организаций Ненецкого округа. Почти каждый национальный праздник они украшают юртой и красивыми традиционными костюмами. Это концертный костюм вот на мне, но с элементами обязательными, которые в татарском костюме присутствуют. Это платье обязательно с воланами, ну в основном у простых девушек в основном был. И камзол, удлиненная жилетка. Всего сегодня в регионе проживает более 77 разных национальностей. Для их развития и дружбы в Ненецком округе созданы хорошие условия. Взаимодействуем плотно. У нас в первую очередь идет грантовая поддержка. Ну, это естественно. То есть у нас на сегодня реализуются гранты такие, как у дагестанского землячества «Молодежь за мир». То есть у нас есть грант, допустим, который реализует Ассамблея народов России на сегодня. Это наш друг-мигрант. Ну и самое главное взаимодействие – это с лидерами и представителями общественных объединений национальных по работе по укреплению единства российской нации, по предупреждению межнациональных конфликтов. То есть у нас это ежедневные встречи. Также, по словам Анжелы Куликовой, каждый год представители народности принимают участие в различных мероприятиях за пределами округа. Один из самых ярких – съезд Ассамблеи народов России. В Ненецком округе Дню народного единства тоже готовят яркое событие. Оно пройдет на сцене Дворца культуры «Арктика» 4 ноября в 15 часов. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Новости можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.